Добрый день! Сегодня мы будем вместе готовить вкусный нежный рулет с апельсиновым куртом. Начнем готовить! С апельсина снимаем цедру. Разрезаем пополам апельсины. И с помощью вилки выжимаем сок из апельсина. Наливаем сок в ковш, добавляем цедру, сахар, перемешиваем и ставим на огонь для того, чтобы растворился сахар. В чашку разбиваем яйца, взбиваем венчиком. Добавляем муку и перемешиваем. Затем наливаем через сито горячий сок. И перемешиваем быстро, чтобы не образовались комочки. Еще раз через сито возвращаем сок в ковш. Все для того же, чтобы не было комочков. Ставим вновь на огонь. Постоянно перемешивая. Убираем с огня и продолжаем перемешивать. Добавляем кусочек масла, перемешиваем. Накрываем пленкой и даем остыть. Пока остывает наш крем, готовим бисквитный корж. Разбиваем яйца в глубокую миску. Взбиваем миксером до посветления. Добавляем постепенно сахар, продолжаем при этом взбивать. Затем растительное масло. Добавляем сметану и вновь взбиваем.
В муку добавляем разрыхлитель. Перемешиваем. И в 3 приема соединяем наши ингредиенты. Пергаментную бумагу смазываем маслом. Стелим в противень. Заливаем тесто и выравниваем. Сверху посыпаем тесто тонким слоем мака. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Достаем корж, переворачиваем. И убираем бумагу. Оборачиваем корж рулетом и даем остыть. Остывший корж раскручиваем, смазываем кремом. Сворачиваем рулет. Убираем в холодильник на 2-3 часа, чтобы пропитался. Через 2-3 часа наш вкуснейший рулет готов. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал. Оставляйте ваши комментарии. Включите колокольчик, чтобы не пропустили наши новые видео. Разрезаем. Желаю всем приятного чаепития. До новых встреч!